Уже полгода в приюте Мурдом живет кот Билан. Билан, потому что голосистый, как известный певец, говорят волонтеры. Правда, нашей съемочной группе пением кота так и не удалось насладиться. Билан ласковый, общительный и пушистый. Идеальный кот, но у него ВИК, вирус иммунодефицита кошек. Ослабленный иммунитет, возможность подхватить какое-то заболевание гораздо выше. Если здоровое животное такое же заболевание перенесет гораздо легче, то для Билана оно может стать даже смертельным. ВИК опасен только для кошек. Собаки, рыбки, попугаи, тем более люди, заболеть им никак не могут. Он от кошки к кошке передается не так уж легко. В основном гуляет среди уличных котов, которые часто лезут в драки. Билана скорее нужно оберегать от инфекции, нежели бояться, что он передаст свою болезнь другим кошкам. В приюте у него отдельный большой вольер. Если Билан попадет в семью, где будет единственным животным, шанс что-то подцепить минимален. Если в доме будет собака, то уже больше шансов принести что-то с улицы. Но, естественно, нужно быть повнимательнее, хорошо мыть лапы собаки. Вот. Но в целом, наблюдать за состоянием, если чуть что сопельки или глазки заслезились, то это сразу к врачу. Еще одна опасная болезнь, которая поражает кошек – коронавирус. К коронавирусам человека и тем более к ковиду он никакого отношения не имеет. С осени в приюте живут сестренки-близняшки с эпатажными кличками Небула и Гамора. В 2 месяца им сделали анализы и выявили коронавирус кошек. Сейчас это абсолютно никак не влияет на их состояние. То есть клинические животные здоровы, но вирус есть в носительстве, поэтому они у нас сидят отдельно. Они активны, кушают хорошо, все у них замечательно. Но пристраиваются в семью без других животных, либо с животными с таким же заболеванием в носительстве. Если Билану подойдет семья, ведущая размеренный и неспешный образ жизни, то сестренкам лучше будет с детьми, которые могут и поиграть, и похулиганить вместе. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам Мурдома по телефону +7 908 762 09 51.